Мы продолжаем информационный выпуск программы «Республика». К другим новостям. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения героя Советского Союза, нашего земляка Александра Кочетова. В Чебоксарах прошел первый республиканский кадетский форум, посвященный знаменательной дате. Флейты, трубы, саксофоны, барабаны. Вот такой оркестр встречал всех участников и гостей форума в кадетском корпусе имени Кочетова. Ребята с удовольствием осваивают не совсем профильную специальность, а некоторые мечтают превратить хобби в профессию. Оркестр наш еще существовал с того момента, как я учился еще в 47-й СОЖ. То есть оркестр был вначале на базе 47-й школы, но позже поступило предложение от кадетского корпуса, и больше половины всего оркестра поступили сюда. В будущем я хочу поступить в музыкальное училище в городе Москва, чтобы стать военным дирижером. На втором этаже девушек в пышных платьях и юношей в парадной форме закружил венский вальс. В рамках форума проходил 7-й республиканский конкурс «Бал 4 побед». Кадет прежде всего должен успевать все. Поэтому я считаю, прежде очередь, то, что мы каждую неделю занимаемся танцами. Мы ходили и летом, мы ходили на каникулах. Конечно, времени уходит много, но про учебу мы тоже не забываем. Мы ударники, отличники. Кадет, в первую очередь, это лидер, который всегда готов защищать свою родину и имеет честь и совесть. Я думаю, что кадет развивается во всех сферах и очень спортивный, хорошо танцует. Я надеюсь, что это мне поможет в дальнейшей жизни и будут хорошие качества. Форум собрал более 500 кадетов со всей Чувашии. Для вас открываются все возможности. Мы сейчас посмотрели выставки, значит, соответственно, посмотрели, как кадеты занимаются тоже искусством. Это тоже высший пилотаж. Это тоже очень важно для положительных эмоций, для позитива. Огромные слова благодарности родителям за то, что вы воспитали достойных своих сыновей и дочерей. Глава Чувашии вручил первые удостоверения членов Всероссийского движения «Юнармия» самым отличившимся ученикам. А ученик столичной 37-й школы, командир военно-патриотического клуба «Орлята-37» Александр Григорьев получил знак отличия «Юнармейская доблесть второй степени». Победитель и призер республиканских и всероссийских первенств по военно-прикладным видам спорта, участник общеразвивающей общеобразовательной программы «Школа будущих командиров», которая состоялась в Международном детском центре «Артек». В форуме принял участие и правнук героя Советского Союза Александра Кочетова Дмитрий Яковлев. Я тоже очень горд, что данный корпус носит имя моего прадеда. И не только я горд этим, и вся моя семья большая, огромная. И хотелось бы пожелать нашему молодому поколению, юным кадетам, не останавливаться на достигнутом. И никогда не отходить от своего жизненного пути. Тематические площадки тоже стали частью форума. Мастер-классы по радиовещанию, робототехнике, военной подготовке, декоративно-прикладному искусству, различным видам фитнеса. У кадетов огромный выбор. В конференц-зале прошло совместное заседание попечительского совета Чувашского кадетского корпуса и совета отцов. Чувашский кадетский корпус станет ресурсным центром по военно-патриотическому воспитанию и пилотной площадкой для взаимодействия с учебными заведениями, осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных сил Российской Федерации и органов правопорядка. Здесь созданы все условия для обучения и воспитания молодого поколения. На заседании подписали соглашение между кадетским корпусом и Советом отцов о взаимном сотрудничестве в патриотическом воспитании молодежи. Следующим шагом станет рабочий план встреч. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.